17 вагонов, 17 разных экспозиций. Поезд стартовал 25 апреля из Москвы. В течение 2 месяцев он посетит 54 города. Акция была в Великом Новгороде, потом в Санкт-Петербурге. Мы поднялись до Мурманска, провели акцию, спустились в Петрозаводск, Тверь, Ярославль. И вот сегодня у вас. В медицинской части можно сдать экспресс-тест на коронавирус. Техника, оружие, юнармия, тематика – самое разнообразное. От момента истории до момента современного развития вооруженных сил. Есть для молодежи, кто решил выбрать профессию родину защищать, есть возможность посмотреть, чем живет сегодня современная армия, чем она, каким оружием она воюет. Понравилось, у нас вообще любитель танков, поэтому вот, собственно, из-за них приехали, чтобы посмотреть. Ну и, конечно, хочется внутри посмотреть, как-то какие-то вот эмоции получить перед Днем Победы. Стоит поезд 3 часа. Обычно за это время его успевают посмотреть от 3 до 10 тысяч человек. Для тех, кто уже увидел все, концерт с песнями военных лет. Патриотизм – это не только красивое слово, это еще и любовь. Любовь к своей родине, любовь к своей семье, любовь к своим близким, любовь к своей стране. Акция завершится 26 июня в Кубинке. За это время поезд преодолеет 34 тысячи километров. Следующий город – Владимир. Александр Быков, Ренат Бекбаев. Время новостей.